Я когда-то давным-давно жила в другом городе. Ну, все дома такие серые, некрасивые, вроде так грустные. И городские власти придумали сделать конкурс для молодежи. И дали им прямо стены изрисовать. Так тебе просто представьте себе дома, пятиэтажки, изрисовали там облака, какие-то деревья, вообще классно. Всякие серые эти заборы строительные изрисовывали, прямо конкурсы тоже проводили. Это прикольно, и город красивее смотрится.